Привет, друзья! Мы с вами очень-очень давно не виделись, и поэтому я решила, что просто необходимо снять это видео. Оно будет очень коротким, разговорным, но мне кажется, нужно это сделать, потому что таких перерывов на канале еще не было. Хотя я и грешу тем, что иногда пропадаю, но все-таки вот такого промежутка не было никогда, и поэтому я решила рассказать, что случилось и что нас ждет в дальнейшем. На самом деле история банальная, никаких тут неожиданных поворотов, да, детективных сюжетов нет. Я в конце мая вышла на новую работу, и эта работа сожрала все мое время. Вот просто вообще все. Это было достаточно непростое лето для меня, и в те короткие моменты, когда у меня было время, да, были выходные дни, я была настолько отвратительным, депрессивным чудовищем, что муж мой пытался меня как-то из этого состояния выдернуть, сажал меня на мотоцикл, мы куда-то ехали на природу, чтобы скорость, вот эту всю гадость выдула у меня из головы. К сентябрю ситуация начала немножко налаживаться, и поэтому я решила, что вот, наконец-то настало время моего возвращения, потому что мне очень не хватало канала, я очень скучала по всему этому. Это было время, как бы, да, оценить вообще, нужно ли мне это или нет. И однозначно, да, мне нужно, мне очень хорошо с вами. И поэтому мне очень хотелось вернуться, я очень ждала этого времени. Но я не хотела делать, как уже пару раз случалось, да, когда ты выходишь, говоришь, окей, я вернулась, привет, я по всем так скучала, но вот, наконец-то, сейчас все будет хорошо, будут выходить видео как надо, по расписанию, но потом все идет куда-то не туда, потому что, ну, в общем, жизнь твоя говорит, что нет, так не выйдет. И я решила, что в сентябре я подготовлюсь к своему возвращению, запишу видео заранее, вообще посмотрю, что у меня со временем, получается ли у меня писать видео, вообще какая ситуация складывается. И, в общем, потихонечку записывала немножко видео наперед, да, чтобы у меня был какой-то зазор по времени, и я могла спокойно, действительно, честно заявить, не набрав никому, что я вернулась, и видео снова будут. Поэтому я занималась этим делом, хотела и надеялась, что еще в сентябре начнут выходить видосики, но, как видите, нет, не сложилось. Однако же мне удалось все-таки некоторое количество видео наперед записать, поэтому уже с завтрашнего дня они начнут выходить, 2 видео в неделю, как раньше, в лучшие времена, да, так и было. И вот мы снова будем вместе. Наверняка кто-то из вас вообще не понял, что это за непонятное такое появилось в его ленте, потому что 100% кто-то подписался вот в этот период и уже забыл вообще, что подписался, такой, господи, что это? Друзья, меня зовут Лена, и мы тут говорим про книги. Я надеюсь, что будем говорить еще долго и много. Для тех же, кто ждал и писал мне, я хочу сказать огромное вам спасибо, друзья. Ваша поддержка мне очень помогала, и я тоже ждала своего возвращения. Вот, наконец-то это происходит. И, соответственно, из-за того, что видео я снимала, да, в разные промежутки времени, будет некоторая, я подозреваю, путаница, да, во всех этих видосах. Я их постараюсь хронологически правильно выстроить для того, чтобы я не рассказывала, например, в прочитанном книге, которую еще не показала в покупках. Я постараюсь, чтобы такого не случилось. Но завтра, вот, например, у нас выйдет и видео, про где я чекаю свои книжные годовые планы, да, проверяю, что там с ними, как вообще обстоят дела. И там я буду говорить про сентябрь, потому что видео я писала в сентябре, и, как я и сказала, надеялась, что в сентябре оно и выйдет, но нет. В общем, поэтому это не ошибки, это вот такие огрехи из-за того, что я готовилась все-таки более глобально, да, появиться, вернуться и не нарушать свои обещания. И вас, конечно же, ждут очень-очень много видео с покупками, потому что за это время я накупила всякого, соответственно, много видео с прочитанным, потому что я начитала, я, конечно, далеко не так много, сколько могла бы, сколько хотела. Опять же, в силу того, что у меня было очень мало времени, но, тем не менее, стопка с которой... книга, о которых я хочу вам рассказать, накопилась приличная, и мы тоже будем это как-то все восполнять. Обязательно переберем с вами книжный шкаф, несмотря на то, что, опять же, без вас я это уже сделала, и кто-то очень внимательный может это заметить.
Но уже по тем покупкам, которые появились, понятно, что потребуется еще одна перестановка, наверное, более какая-то глобальная, потому что, ну, не лезет уже, поэтому будем как-то с этим справляться вместе, что-то будем думать на этот счет. Друзья, это все, что, наверное, я хотела сказать, объясниться, почему я пропала, объясниться, да, почему немножко странно, может быть, будут выходить видео, и где-то я буду более тепло одета, потом внезапно в какой-то летней одежде появляться. В общем, это все из-за магии времени и магии выхода видео, да, немножко вот таким странным моментом. Ну а дальше я надеюсь, что все восстановится, все будет хорошо, и мы пойдем в светлое будущее вместе. Боже мой, что я несу. Вот. В общем, еще раз хочу поблагодарить всех, кто ждал, кто писал и кто вообще остался со мной здесь, несмотря на то, что я, ну, так на чудовищно долго пропала. И спасибо, что посмотрели это видео, друзья. И до скорой совсем встречи, буквально завтра. Пока-пока.